В этом ролике мы сделаем обзор нашего бота «Статус бот». Начнем с самого начала, а именно с того, что вы получили ссылку от вашего пригласителя. Перейдите по ссылке. Далее нажмите кнопку «Начать». Система проводит тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы – человеком или компьютером. Нажмите на правильное сочетание букв и цифр. Далее нажмите кнопку «Продолжить». Теперь вам необходимо подписаться на наши информационные ресурсы. Нажмите на кнопку «Инфоканал». В появившемся окне нажмите «Присоединиться». Далее нажмите на стрелку для того, чтобы вернуться в статус «Бот». Повторяйте эти действия и подпишитесь на все наши информационные ресурсы. После подписок нажмите кнопку «Я подписался». Теперь нажмите кнопку «Поделиться контактом» и подтвердите это действие, нажав кнопку «Ок». Готово! Регистрация в статус «Бот» завершена.